Государство поможет утеплиться. Разработан проект указа о проведении тепловой модернизации жилья. Сейчас при капитальном ремонте коммунальщики утепляют дом только до изначальных нормативов здания. Дополнительная теплозащита за счет владельцев. Жильцов в проекте документа предусмотрен новый механизм финансирования тепловой модернизации. Доля, которую возмещают жильцы, будет зависеть от масштабов ремонта и экономического эффекта, который в итоге получится. Если граждане согласятся на максимальный комплекс, куда входит замена окон и системы, тема автоматического регулирования отопительных приборов, то основные расходы государство возьмет на себя. Если экономия составляет более 50%, то доля возмещения граждан будет составлять 20%. Максимальное будет возмещение бюджетом, если экономия более 50%. Вот если она более, тогда 20%. Вот если менее 50%, там уже градация идет и, соответственно, увеличивается доля возмещения гражданами. Для финансирования предусмотрены разные источники, в том числе кредиты. 20 миллионов долларов выделит Европейский банк реконструкции и развития. Проект указа уже находится на согласовании.